Пизду, это не суть. Даже это еще не суть. Да, Вань, должны пробиться легко вообще. Но на 1-3-1 как бы не новость, что легко пробивается все. Блин, если бы я тут героя разогнал и нормально сходил, я бы вообще везде успел. Но с другой стороны, я могу пробить снайперов и пойти на конюшню тогда. Не буду плюс один брать. Мало ли, кстати, может быть этот улик максималка на самом деле. То есть, может, у меня уже рабочий стек появится. Мало, тут говно какое-то, 5000, наверное. Либо как говно мясо, я даже мувы тратить мейном не буду тут. Сяду просто сюда, наверное. Подвезу и побегу. Тварь. Андрюк, у тебя... А, типа, ну, ладно. Да я что-то уже на дикой дезморали. Что там все хуже и хуже с каждым разом? Ну, не то чтобы с каждым разом, но лучше не становится. А как начиналось? Ах, хочу за говнецо сыграть какую-нибудь. Да, дело не в этом. Дело вообще не в этом. За говнецо-то я могу нормально читать, у меня нет никаких построек вообще. У меня ни одной концы, ни одной утопки. Одна зефирка, и то в дерьме за огромной охраной какой-то. И денег нихера нет. У меня, не знаю, тяжело очень. Так, короли минотавров мне точно по шапке дадут. Я хоть таймера, блин, подэкономил. Я тоже подэкономил таймера. Вот с этим проблем нет. Ты не так много, у тебя 4 минуты. Это этот ход, по сути, есть. Блин, чат, если вот здесь будет грейджинный стек, я тут не пройду даже, кстати. Блин, как без земли играть тяжело порой. Я в целом жаловаться не на что. Дорога длинновата, а так у меня респ вообще, в принципе, приятный такой. Его играть приятно, не скажу, что прям супер, вот это бы стояло поближе, вот так.
завершить хид. Одновременно еще закончится. Камбэк собак. Ай, Нила, тварь! Почему ты такая тварь? Зачем ты здесь встала, Шаболда? Долгий ход Андрея будет, потому что он, ребят, два раза подряд будет ходить. Можно будет чай, бутерброд на моем стриме ходить делать и к Андрею идти. Да тут что-нибудь офигенное найду. Будет неудобно. Расставился неправильно, надо было големов сюда ставить. Ну, денег мне явно хватит на все. Молодцы. Глупый искусственный интеллект! Короче, в улике напали, значит, эти самые пташечки на моих титанов, оставили, ну, на големов, не големов, гигантов, оставили 5 хп и не добили, начали других бить. Сука. Ну, вот дает, а? Искусственный интеллект, дерьма, я бы сказал. Да, нормально ты, но ты как бы показываешь как раз, в чем человек сильнее, что он понимает. Человек, интеллект! Так, а что по таймеру? Таймер что-то такой себе, да? 52 хода подряд будет. Ты прям можешь наслаждаться. Понял, наслаждаюсь, стараюсь максимально.
когда-то у вас с Андреем были постоянные финалки друг с другом. Впервые слышу это. Мне кажется, мы за все время раза два подрались. Два-три. Ну, да, похоже на правду. И это как бы нормально для героев. Я тоже, я всегда смотрю стрим, думаю, вот бы финалку. Но когда разбираешься в игре, ты понимаешь, что финалки бы и не было как таковой, когда игра заканчивается без финалки. Потому что, ну, типа... Например, вот вчера, вот у меня 200 костей, блин. Не Андрюха скачет там с 15 гидрами. Ну какая финалка-то? Вы хотите посмотреть, как гидра укусит косточку, типа, или что? Ну, ведьма, да. Вот этот навык подвел, конечно, меня. Тут должна быть логистика или, блин, не знаю, земля или что-нибудь. Мне... Я тут, Андрей, подписался. Ай-яй-яй, у меня же хаст вроде был. Хаст лучше сработал бы, наверное. Пять тебя. Ошибочки. Я до сих пор помню финалку, где ты опасался КШС, утоп и прыгнул в город, на который напал Андрей. Ну, это вот одна из немногих, наверное. Я, в принципе, там вообще вспомнить не мог, честно говоря. Это версия героев Horn of the Abyss. Ё-моё, у меня же тут было где-то... На себе героя удалил с артефактом, да? Чётко. Да. Здесь герой же был. А вот он, да. Ага. Окей. Блин, забыл выкупить. Я помню финалка... А, нет, не финалка была. Я никогда не забуду свой расклад, когда мы втроем играли с Тварыной. Расклад, лучше которого я просто... Я в жизни... Я даже на стримах лучше не видел. То есть реально там можно было выйти на 1-1-6, наверное. Там чувак. Уликов штук 10. Зефирок штук 5. Все у дороги, все у замка. И все берется изи. Норм. А, так, у меня второй ход еще. Да, ты же обещал. Парангел. Да, Андрюх, все для тебя. А, нет, стоп, подожди, мы играем? А, на 1-3-2, видимо... Ух ты, прикольно. Значит, мне потом будет еще один ход. Понял, принял. Да, значит, потом у тебя будет. Ладно. Забавная ситуация в том, что я до сих пор просто-напросто не могу скупить себе армию вонючую. Вонючую. Так не очень. Короче, ладно, на вот эту вот зефирку мы хер забиваем. Ну да, согласен. Я бы еще больше цену поднял. А, вот, у меня есть единички.
Но мне все равно бы принести еще. Ладно, пока не буду, наверное, или... Не, пока вроде не обязательно. Так, ну что? Как-то так, видимо. Так. Тяжелые подсчеты, конечно, были у компа, сразу видно. Ну это мрази еще те, это просто жестокие мрази. Интересный факт. Блин, прикольно, на третьей неделе там в армии города. Что-то ложком пошел город взять, не посмотрел даже, что там находится, а там просто-напросто эти... О, короче, трофл что-то. Развились уже, нация там это. Да-да-да, там нормально накидывают уже. Чего? Андрей, поставь в рампе ГМ. Возможно, масло будет и Нилу туда сводить. Нила уже готов, если что, брать что-то. Вы вообще оценили, как стал этот парень? Ебать, у меня тут интересная, конечно, история. Блин, комп IQ просто 99, наверное. Так, давай. Без счета тут планишь. Так, ну этих продавать надо уже. Чайте. Так, классная драчка. Славная драчка, славная драчка.
жесть, как она есть. Что-то я все поверил. Немножечко подслился так приятненько. Ну ладно. Бывает же, правильно? Да, чем постоянно. Блин. Так, ну чё, надо сюда лезть. Так, не было. Ну, вообще, что-то вообще это в легкую. Ну, блин, это потому что читерский юнит тот, вот и все. Просто, блин, больной. Короче, нет, теперь что-то точно залупа. Я не думал, что там так много уток будет, честно говоря. Я такой, значит, посмотрел, ну, что тут. Я им просто не заметил, что тут, во-первых, свиток еще какой-то лежал. Кстати, свиток бешенства... А, нет. Стоп, где бешенство? Какое бешенство? Жертва. Да. Ладно. Что сделаешь? Сейчас можно подвести немного сиюнитов. Еще мясо будет. Если вот так же будет мне класть всякие зефирки, то, может, получится. Дали стрельбу. Навык, по сути, хороший для циклопов. Короче, все зависит от того, как у Кекса дела, но я почему-то подозреваю, что у него получше. У меня вот тут крутые артефакты лежат, но столько кавалеристов, я им могу только рукой помахать и пройти дальше. Вот, кстати, утопка еще одна. Султан и... Не утопка, а этот... Как его? Зефирка. Замедла, замедла, нет, жаль. Так, значит, что у нас сейчас? Игнат приходит домой. Я стрейживаю, наверное, опять все ресурсы. Нужно оставить только на МГ вот здесь. На ГМ, точнее. И искренне всем сердцем надеяться и рассчитывать на то, что там будет это сраное замедление. Хотя бы на 3 хода, но мне оно очень нужно. Потому что уже с птицами рух бодаться будет тоже достаточно сложно. Хоть и с подвозом каким-никаким, но... Ну, ладно, посмотрим. Тем временем хотел поблагодарить IFN111, тот самый Лёха, Донда Уэст, Алладин, Ким, Кими Шмара, Капс66 за ваши подписки. Ребят, спасибо за поддержку канала. Добро пожаловать в ряды черепах, социально опасных черепах. Не знаю, почему я это сказал, просто вылетело. Короче, да, в этой партии что-то все как-то через одно место идет. Но не всегда ж вести будет, правильно? Правильно. Тут вроде, казалось бы, есть 2 вот этих строения, и типа должен уже неплохо себя чувствовать. Но когда я играю за башню, и за такие замки, где я не знаю, кто у меня будет основным героем изначально, то у меня сложности возникают. Андрюха, чего драконов в замке драконов не трахнешь? У них по 25 ресов и 10к голды плюс рандомные арты. У тебя старейшая информация, у них 20-40к голды и 4 рандомных артефакта из них. Релики есть тоже. Но у меня нет ни единого шанса их трахнуть. К сожалению. Держу в курсе.
Шаман Лев, да, XD. Так, а что, собственно, чем занимаемся? Ну, собственно говоря, я занимаюсь. Так, смотрю на свою армию. Знаете, в один момент, когда я за один ход начал чистить циклопятни, мне выпадали максимальные циклопятни, максимальные эти самые улики. Ура! Я прям даже немножечко это самое, такой, эх, сейчас я их, как я сейчас, ох, ох. Ну, ладно, а потом что-то там вот эти вот казуальные 100 уток. Я почему-то не знаю, вообще, АФК в тарелку ушел, но я даже не подумал, то, что мне их сложно будет убить. Тут 50 уток я быстренько начистил, думал, и сейчас проблем не составит. А тут, знаешь, грейженный стек такой, оп, минус 3 королевы наг, здравствуйте, здравствуйте. Ну это тоже расстановка, на самом деле, моя раковая, надо будет запомнить, что нужно в центр ставить юнит на одну клетку, тогда он не долетает. Опыт. У тебя, Андрей, было такое, ты типа очкуешь напасть на что-то, долго думаешь, нападаешь, и автобой без потерь дерется? Ну, не в этой игре кекса, вообще, возможно, бывало. Вообще бывало, да, не в этой, понял. Блин, Nightmare, конечно, не доиграл. Но каждый раз, когда мы говорили шамана, это происходило очень много раз. Как ты относишься, давай еще интервью тяжело. Такое небольшое. Как ты относишься к мистицизму? К мистицизму? Прекрасно, просто один из лучших спылов, особенно очень выгодно иметь его на этом главном герое, чтобы у него регенерилась мана. Ага, понял. Отличная штука. Также Орлиный Глаз, я считаю, на мейне тоже хороший спел очень, потому что если ты будешь драться против заклинателей или же еще кого-нибудь, ты можешь подсмотреть какое-нибудь заклинание себе, да. Я тоже так считал. Ну, тогда мне даже нет повода расстраиваться. Оказывается, это все здорово. Нихера себе! Вы видели, сколько дэмэджа он... Знаешь? Господи, я не думал... Чего? Кто там? Че? Ты умер? Сдавайся, кекс. Нет, единорог под неудачей ударил, знаешь, на сколько? Два единорога, знаешь, на сколько ударили ангела под неудачей? На сколько? На 5 урона. Прикольно. У тебя там хорошие статы, кажется. Это вселяет в меня уверенность в завтрашнем дне. Удачи, Андрей. Не, ну эта игра, судя по всему, достаточно скоро закончится. Не, я бы не спешил хоронить меня. Сейчас, если со второго раза у меня получится замок Инферно взять в центре, то кекс, камбэк, жди камбэк. Просто лютейший камбэк. Так, а почему... Блин, какой же я тупой иногда. У тебя есть такое чувство? Да, но я всегда. Я не иногда, я... Стандартное состояние мое. Пора выходить в Капитолий. Да, да. В этой ситуации, я думаю, можно. Капитолий, муниципалитет. Тут, значит, так оп-оп-оп. А кузница еще нужна, сук. Не по темпу, не в темп. Со слезой смотрю на вот это вот построение. Я как бы еще оставлял на эти самые камушки. Но, по-моему, смысла уже мало. Не дай бог там что-то, что я не... Вряд ли у нас что-то получится с титанами. Все, теперь второй ход Андрея. Теперь второй ход Андрея. Блин, мы, мне кажется, нам надо немного снизить планку. Дадим 3-4, там вот как. Такое. В целом, да. Я, чат, боюсь лишь, что тут увидеть магию. Я там увижу магию, будет очень неприятно. Хотя у меня эксперт мистицизм. А я не понимаю, почему мистицизм в хоте не подняли? Почему эксперт мистицизма дает 4 маны в день? Это что, это шутка? Возможно.
Не, если бы у меня эксперт земли бы был, это вообще забей. Но благо у меня мистицизм есть. Эксперт лидерства. Коробочку, кстати, да, надо Десси взять, я думаю. Ой. Всем привет, ребят, всем привет, кто только проснулся. Снова засыпает. Да ладно, это без разницы. Накопим еще, правильно? Мне все равно не хватает все выкупить. Так, пачки дома посидят. Ну все, кекс, у меня идет подвоз. Сейчас будет дикое тащево. ГО? Да не, ГО-то уже пало давно. Что ж ты, что ж, неуважительное отношение, Гирилл. ГО, значит, на 1-3-2, думаешь, я не взял. А что ты там? А на что ж ты там жалуешься тогда? Да есть на что пожаловаться. ГО положил. У тебя архи были, я помню. Так что у тебя... Не, архи, они как бы, они стоят там, им, в принципе, ничего никто не говорит, они отдыхают. А, ты других убил? Да. Архам, к сожалению, особо ничего не сказать, не предъявить. Интересно, сеточка. Так-с. Сработает ли это или нет? У меня вот вопрос. Да, должно и так пойдет. Или нет? Подождите-ка. Нет. Бивсы и батхи ты изображаешь? Ну да, косплей небольшой. Извините. Ничего страшного. Такс. Ну что ж. Кажется, настало время атаковать. Атаковать налетчиков. Налетать на налетчиков. Угу. Давай, давай, красиво. Вперед к победе. Играем, значит, ты как? Там, играем вот так. Вот так, бываешь, вот так, вот так. И, суки, суки, попробуйте что-то мне сделать. Сука, попробуй. Давай. Так, ты сколько убьешь? О, молодец. Давай, души их, блядь, душись. Ну. Ах ты тварь, ах ты тварь, малолетка. Так себе получше будет. Паранойя, как у меня. Спасибо, ГЛХФ, за подписочку большую. Добро пожаловать и Павличок, спасибо большое. Так, ну что ж, теперь будет момент истины. В
Момент истины заключается в следующем. Значит, сейчас, секундочку. Момент истины заключается, Кирилл, в следующем. Нажимаем сюда. Понимаем, что у нас нет денег на ГМ. Анализируем ситуацию. Анализируем ситуацию. Продолжается анализ. Анализ продолжается. То есть это все, да, это? Обычно у нас цифки, этот стадия, вот это плавление заходит такая. Да не, сейчас я тут размотаю всех. Какие проблемы, кекс? Вообще никаких проблем не вижу. Такс. Факер, ты что подслушаешь тут до сих пор? Подслушивает Факер, что ли? Алло, Фак, оно, оно! Ладно, не буду ничего Факер говорить. Так. Всего 106 птичек. Сейчас я им по пиздачку-то надаю хорошенечко. Да, у тебя как раз 2 минуты осталось. А я, да, быстренько, мне хватит 2 минут. Мы, кстати, в новую цифку, я помню, всего 1 раз сыграли. Но она была неплоха. Невозможно. Вообще, если бы я на один день забыл все игры, кроме цифки, я бы поиграл в цифку, я думаю, с друзьями. Нашка! О, без морали, хорошо, хорошо, работаем. Так, только вопрос, с кого же они ворвутся? Покс, я весь такой на арморе, весь красивый. Блин, опять они наг, что ли, душить будут? Ну вот нижняя тварь точно. Причем хорошенечко может задушить. Тогда я поступлю вот так. И подставлю. Ну, под нижнюю никого не буду подставлять, под верхнюю. Там, наверное, пойдут... Не, факт, шестая тоже симпатичная. Пойдут Андрей, там... у вас минута на размышление. Да-да-да-да-да. Ух ты. Так, да... Титан, хрен с ним. Колечко жалко, что я не передал. Колечком сейчас бы плюс 3 моральки у меня было. А так у меня получается... Пока что плюс 3, но будет скоро меньше. Нормально, пойдет. Да ты, Андрей, ел когда-нибудь яйца Бенедикт? Да, конечно, хорошая штука. Да, конечно. Вот сразу видно москвича, блин. Да, конечно. Я вот ни разу в жизни их глаза даже не видел. А вот, ну, то вот бывает. Бывает, что скажешь. Так, ребята, ну теперь у меня есть ДД и полет. Сейчас будем летать и ДД будем еще. Куда идти, только хер его знает. Не совсем понятно. Это был блиц? Нет, не совсем. Блиц, насколько я знаю, 4 минуты дается, и одну на ход. У нас 6 минут на ход плюс 1. То есть не сильно долго. Короче, нужно будет сейчас натрейдиться как-то на ГМ и надеяться, что у меня будет там вонючий ветер. Ну, замедление имеется в виду, ребята, уж не извините.
Ладно, буду отсиживаться, смотреть потихонечку, помаленечку, а там, может быть, что-нибудь. С замедлением я могу убить кавалеристов, забрать классные артефакты, получить статы, сделать еще циклопов, увеличить мощь своей армии, так сказать. Сейчас я еще немножечко увеличу мощь своей армии. Что у меня тут есть еще? Такая штучка есть. Потом джинов возьмем, будем циклопов бафать. Заживем, ребята, заживем. Damn, son. Так, 21, 24, 27. Мечик получится только с замедлением. Быстро. Так, ладно, пока отойду быстренько. Давай, давай. А, что я делаю? Боже, это же не та земля уже. Я дебил. Я дебил, я дебил. И зовут меня Кирилл. Я тупой. Считай Мансу, я же забыл. Это же не моя земля уже, не родная. Врачок. Ой, слушайте. Ну, это надо действовать. Вообще-то. Вообще-то это надо брать. Готов ли я взять? А нет. Так, кто у нас есть с мулами тут? Ладно, пока пробегаем, потом вернемся, я думаю, вот это возьмем. Я вам хочу сказать, тоже нет, не сладенько. Ну, дырочку нашел. Дырочка — это хорошо. Это тоже интересно. На самом деле много интересного. Тут не пройти. Угу. Андрюхи на владениях, да?
Живи, братан. Да господи, хватит! Что это? Опа. А вот и финалочка, ребят, похоже. Вот и финалка. Так. Сколько у меня мувов? 500. Очень надеюсь, Кэкс, что немного у тебя мувов. Потому что если там финалка намечается... А, ну-ка, что посмотрим, что там у тебя происходит. Тираксор. Ангелы. Да. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. Одного мува, если честно. Это хорошо. Потому что так у меня, возможно, хотя бы какой-то шанс будет. А, подожди, я за красного? То есть я ману успею отрегенить в замке, да? Нет, синий регенит ману в замке. Точно? А, в натуре. На синем заканчивается ход, и типа идет реген маны. Да-д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 а. Так, сейчас, секундочку. Тут очень важное дело. Я его закончу и похожу обязательно. Так, что там, мощь вашей армии есть? Возможность оценить. Ага, здесь 19, 5, 9. Так, все скромненько. Султаны ифритов, 10, 19. Статы не совсем ясно какие. Но мы обязательно узнаем чуть позже. Так, что я хотел сделать? Я хотел натрейдить себе кое-что на что. А у меня есть деньги? Нет. Так, подождите-ка. А если подумать... Я дико извиняюсь. Оу, это дорого. Так не получится натрейдить. Ну-ка, оп. Так, другой разговор. Баблишечка подъехала. Кирилл, сейчас камбэк будет, я тебе обещаю. Давай, давай. Уже намечается, камыч. Так, значит, теперь бабки не проблема, слава богу. Блин, так легко этих убило, я думаю, я вообще... И если здесь замедление... Фух, смотрим. Четвертый замок без замедления. Эх, жаль. Такс. Так, ладно, сейчас Армагеддоном бахнем тогда по кексу. Так, 5, 17, 15. Что же, я армагом, что ли, не... Блин, армага не дам, походу. Сук. Блин, да, пронесло, блин, слава богу. Фух! Без армага, ребят, задоджили. Лакирок, я побеждал там уже. Фу, ребят, только что смерть задоджили. Книгу, книгу получается, огня это взяли, да? Где-то тут должна быть. А, ну есть классная идея одна. Тот-то-ро. Ну, не могу я позволить себе 9 всех потратить. Это же мои единички. Хотя... Почему не могу, если могу? Единички. Что ж, я единичек не наберу себе. Вот, новые единички. Плащ бесчисленных кристаллов. Хорошо.
надо было сразу так нажимать, наверное. Ладно. На это что, ГО, что ли, же следующее? Ладно. А, ну, в принципе, да, резонно. Блин, если бы Десу разогнал, кстати. Тон-тон. Как я стал же собаку. Ты там куда побежал? Не скажу, тебе все скажи. Так, сейчас я свою армию еще усилю немножечко, с вашего позволения. Да, да, конечно. У вас 20 секунд. То мне ж хватит, что ж тут. Хотя, ты знаешь, я тут подумал. А, нет, да, усилю свою армию. Что же я. Так. Что же не усилить, когда можно? Ну, можно и не усилять, в принципе. Так, а как ты мимо медуз прошел? Полет, Кирилл. Торт, полет. Так, стоп. Пробежал вроде. Не, ну-ка. Ведь как тут действительно пролетел. Я летаю, Кирилл. На самом деле, если он мне нападает, шансов нет. У него тактика, он сразу вгрызается в циклопов. Я ему ничего сделать не могу, так, к сожалению, понятно. Откупиться не могу. Могу успокоить нежить. Вот что могу сделать. Призвать 6 отважных элементалей могу. Могу использовать зеркало. Короче, по-хорошему... Хорошему, вот прям по-хорошему, что мне нужно сделать. Это все-таки, наверное, как-то забрать кавалеристов. Надеяться, что их там немного. Взять статы себе хорошие. А, ну да, я убил отсюда героя. Убить вот это вот. Все это сделать, естественно, на полете. Желательно еще успеть в замок. Ну, это я не успею за один ход. Отрегенить ману.
И там уже начать дико это чего. Ну, полет, скорее всего, стоит издать. Хотя он мне сколько, он мне мувов немного сэкономит, на самом деле. Полет без прокачанной магии воздуха, по-моему, только 40% экономит. Поэтому, наверное, целесообразнее пробить охрану, сделать ДД сюда, хлоп-хлоп, и убежать. Это если мувов хватит. Короче, сейчас посмотрим. Я просто могу еще слиться здесь, в принципе, вообще без труда. У меня тут, конечно, единичек немного еще будет от этих ребят. Ладно, посмотрим. Проблема в том, что мне даже топку нечем брать. Это даже не то, что проблема, это просто кек. Небольшая кек-ситуация. Кирилл, сдавайся. О, я же забыл. ГГ. Хотя ладно, в принципе. Страшно, но это неприятно. Забыл. Так, что там чатик пишет? Без изменений битва за меч короля Артура может закончиться. Да, так и есть, так и есть. Ну блин, тут смотри, тут 8 статов ко всем. Хотя у меня тут скорость. На скорость хрен с ним, у него все равно первая скорость, без разницы абсолютно. 8 статов, это что, СП какое? Это я штук 10 вызову элементалей воздуха. Это же безумие. Разрушающий луч тоже есть. На всякий случай, если надо будет что-то разрушить. А так, конечно... Ну вот тактика мне бы не помешала. Хотя стоп, какая тактика? Экспертная тактика, да, конечно. Спасибо. Мимо конер... Мимо коней в универ. Не, я на полете, конечно, могу и артефакты забрать, и это... Но это, правда, запрещено правилами. А так могу. Да я не знаю, ребят, но в теории на Джебусе должно хватать на титанов. У меня, к сожалению, не было ничего такого. Невозможно. Абулиала. Меня здесь особо ничего не спасает. Андрей, когда L2? P.S. Очень рад, что лишился донатной девственности именно с тобой. А, спасибо, паренек, спасибо. L2 29-го будет. Мейси Сун, спасибо за подписку, добро пожаловать. Скотина, спасибо за ресап. На войне нет правил. Но, возможно, кстати, стоит оперировать этим фактом. Просто зачистить весь этот самый... ну, вы поняли. Вообще, если что... Блин, да и кристальные драконы добегут, тоже меня трехтят. У меня нет тактики, нету тактики. Что делать? Ау. Через титанов не играют, через знак все шпилят. Спасибо, буду знать. Ну так смотри. Ты видишь здесь титанов? А наг видишь? Он, значит, батя в здании получается, правильно? Кстати, если бы их не проебывал, было бы уже штук 15, наверное. Так, что ты, будешь ходить еще или сдаешь сейчас? Буду еще пару ходов, думаю, можно сходить. Понял, хорошо. Ну, дело твое, конечно, я бы рекомендовал сдаться. Но... Да, конечно. Это пожалуйста. Так, ну что?
Поехали. Хотите ли вы отступить? Не очень. Ну, это пизда. Конечно. На, блять, куда пошел, сука? Стоять. Ой. Так. Ага, что такое? Да ничего. Эксперт мистицизм. Ой. Ой. Так, до сюда мне мув хватит, по идее, ну. Блин, такая штука вроде клевая, но такая бесполезная. Да. Вообще изи отметил их. Так, что делать в такой ситуации, интересно? Уёбывать, кажется. Ладно, ману отрегеним, там посмотрим, чё как. В принципе, и так понятно, чё как, но посмотрим ещё чуть-чуть. Полёт не использовал, да? Сколько лет я стримлю? Около 10. Первого курса института. Турун-тун-тун, турун-тун-тун, турун-тун-тун-тун, турун-тун-тун. 30 лет где-то. Андрей, а L2 будет на РОФе или на каком-то отдельном сером? Полетел. Гон и Астериоз. Это L2 будет на... не на мы нам сходил, сейчас ложками ходит скрыть. Ну, тебя не проведешь, кекс. Ой.
Блин, вот эта штука интереснее даже, чем вот эта. Ваш ход, Кекс. Опа, 14 секунд сэкономил. Ну, оставил, на следующий ход перенес, да? Господи, это рофл какой-то или что? Где рофл? Я уже два итема нашел три раза. То есть, Кек. Два итема на земле валяются. Кек-кок. Чисто можно бы попробовать мясо набрать и... Ну, какого, блять, мясо? 3600 денег мясо он набрать собрался, лол. Ну и элементалей сумонить просто, як бешеный. Только он все равно, он на первой скорости вгрызается в циклопов, убивает всю мою армию. И, по-моему, элементали уже так не работают. Слушай, Кекс, у меня есть очень важный вопрос. А если ты убиваешь всех моих живых существ, то мои самончики, они будут играть или они уже не захотят играть? Нет, они почему? Они будут играть, конечно, до конца. Понял. Отлично. Вероятно, это единственный шанс. Ну, конечно, вот еще долтопка стоит там на элементалях. Сейчас я такой бам-бам-бам. Ну, там тоже сливается все почти что. Хотя нет, там на самом деле не так много сливается. Элементали сильные. Ну, смотрите, цепуха какая у меня есть. Только меня немножко расстраивает его первый ход. Чуть-чуть расстраивает. 7 горгулек и в драчку? Ну, как вариант. Только он их всех 7 бьет сразу с первого хода. Я не смогу походить. Какая у них скорость? 9-я. А у него там, кстати, не у всех. Ну, я могу еще плюс один скорости взять. Могу джинов, на самом деле, тоже выкупить. Но у них 7-я, по-моему. Не, у них тоже вроде 9-я. Не суть. И что то хуйня, шо это, как говорится. Эх. Почему не поделал два стека циклопов, хотя овердамаг был в два раза? А я что-то я не думал, что у меня там овердамаг такой будет. Ну, если бы два стека поставил, там реально овердамаг был, то нормально бы подрался еще. Да я что-то хз, я на дизморале уже прям люто. Я даже не считал, я думал, что там с трудом будет хватать урона, чтобы убивать. Интересно, девки пляшут. Ты обратно на риск к себе, чтобы убежал? Да, на снег. Понятно. Буду водить тебя по своему респу, как Сусанин. Нападай на Теодора. Или он нападет на тебя, Кирилл. Опа.
это Бурни. Да, это он. Угу. Ха! Значит, ты хочешь магом, точнее, это, мага убить своей вот этой вот штучкой, да? Ха! Ну давай, 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 попробуй, давай. Слушай, мне кажется, ты при всем желании его не убьешь вообще. Кого? Что там у тебя? Ну а как ты его убивать собрался? У тебя же книжки не должно быть. А! А! Жжется! Купил книжку. Стрелку. Нифига тут зефирок, блин. Да, зефирок тут много. Центр маленький получается вообще. Или где он вообще? Центр-то весь. Серьезно, не утоп, ничего на центре? Или где-то? А я все равно их не мог взять. Сори. Так, Дес прибежала такая вся красивая. Кекс, ну я хочу сказать, что у меня будут быстрые ходы. Проинформировать, так сказать. Ну, тоже, не особо долгие, наверное. Блин, меня еще и баллиста убили, суки. Как же гарнизон без баллистки? А где баллиста можно взять? У меня же... Без ребенка отец, блин. У меня же негде баллиста. Теперь баллисту взять. Хотя подожди. Ну-ка. Армия под водами с боеприпасами тоже не то. А тут баллисты есть. Ух ты. Успеть бы походить всеми своими героями. Палатка первой помощи. Ну и дерьмо, сейчас кекс. Пойду. Так, ладно, что я делаю в этой непростой ситуации? Угу. 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 Четко. Так, торговля. Обожаю торговлю. Так, не понял. Андрей, ты тут? Да. А ой. А что ты мейном не ходишь? Блять, какая неловкая, сука, ситуация. Ну как так получилось? Я не могу понять. Кто такой? Неловкая, сука, ситуация случилась. Так, мейн на месте. Что могло случиться? Ты вез какие-то артефакты, хотел разбить героя, и он умер? Нет, не совсем. Все намного проще, кекс. Так, ладно. Надеемся на Гурни. Же дерьмо. Да, ничего страшного, собственно. Что ж тут страшного? Да ничего страшного. Правильно, правильно. М-
мулов не хватило, что ли, и ты пошел брать и... Да, я очень сильно сейчас обосрался. Очень сильно обосрался. С мулами, ну, да? Я так, я говорю, я уже на лютой дизморали. Да не с мулами, я обосрался с тем, что армии там не передал. Хера тут ГО. Может, сломаешься это ГО? Не, я ломать не буду, потому что у тебя прыжки, ты тогда туда прыгнешь. Я не буду его ломать. Да ладно тебе. Да ладно тебе. Не. Ладно, Кекс, давай, ходи. А я пока отдохну немножечко. Во что потом будем играть? А во что потом будем играть? А во что будем играть? Не знаю. У меня отличное настроение, готово что угодно играть. Можно в FFA поиграть, если есть майкеры, ребята. Майкеру не писал, не знаю, если он... Можно в цивилизацию поиграть. Там же Факер писал, Собачкин вроде здесь. Мы сейчас соберем такую движуху в цивку, Кекс. Ух. Я уверен, что это плохая идея. Почему? Ну, я в цивку пацанул бы без машины, чист пас. В Killing Floor 2. Фантастическая игра, Кекс. Просто лучшая. Не, ну если там можно этих нагревать, как он называется... ПВП, то это интересно. Да, там ПВП прикольно. Достаточно. Так что рекомендую скачать. Там весит много, правда, но рекомендую скачать. Прикольная штука. Там, правда, еще сервер надо, чтобы кто-то сделал. Полезные действия делаем тут. Плюхан, понял. А он здесь, там все готовы. Если что, можно пошпилить. Так, полезные действия сделаны. Все, понял, буду учитывать. Столько мув жалко, ну ладно. Тебе мув жалко? Я тут такой бам, бам, значит, чух. В принципе, я закончил ход. Не, блин, ты даже не сходил еще. Да не, закончил.
А, ты сел типа в верхний замок пополнять ману. Да. И у меня осталось при этом 1870 мувов, кекс, чтобы ты понимал. Нормально. Спасибо. Приятного хода. Я даже не разогнался что-то. Хотя ты бы мне все равно сбил разгон бы. Ну зачем его сбивать, если его нету, правильно? Не пошел. Да, все верно. А как на слот, нажимая, выбирать итем? Ладно, не нашел кнопочку. Так, Кирилл, ну ты должен понимать, что сейчас такое дикое тащево начнется. Шо вообще жесть? Шо жесть, Кейкс? Секрет не раскрыли тут. Ты слился, ГГ? Да нет, смешная ситуация была тут. А, блин, смешная ситуация у меня на прошлый ход была. Реально такая смешная ситуация, прям ухохочешься. А чё ж кулон святости не подобрал? Не надо тебе. Интересно, чё там. Царский расставление. Так, нам посерьезнее, Кирилл. Да, Тираксор, ой, Гурнисон без баллист. Да. Сколько партия уже длится? Партия уже длится 3 часа 47 минут, при этом скоро она закончится. Потому что приходит логический конец этой партии. Thank you.
Блин, как у тебя таймер еще больше, чем у меня? Это очень странно. Я хожу 10 секунд. Хотя это последний ход только был такой. Там был всего лишь последний ход. Блин, тут хороший итем был. Я вообще вот зря с самого начала это не взял. Так, ну шо, Кекс, время камбэков? Значит, смотри, что делать. 1.37 сейчас или 1.41? 1.37 сейчас. Ну, время камбэков уже началось, если что. Понял, понял. Мы берем вот это сейчас, наверное, чат, и вот это. Поднимаем это, и это и даем этому, и прыгаем сюда. Стоп, он только одно ДД можно использовать за ход? На джебусе, конечно. У меня эксперт воздуха. Игра! На джебусе запрещено несколько ДД, Андрей. Каком джебусе? Еще давай! Ты, блин, что, несколько раз прыгнуть хотел? Я хотел два прыгнуть. Не, нельзя два. Нельзя, два нет. Ты в замок, что ли, наглец хотел запрыгнуть? Хотел, да, в замок прыгнуть, наглец, эй. А-а-а, нифига себе, блин. Хорошо, что, блин, ХВ-рул сработает. Мошенник, Андрей. Ой, сейчас эти ребята, как же они наваливают, блядь, сюда, сука! Ты у меня вообще в горке застрял какой-то. Андрей дерется, блин, если у меня герой, блин, с горой с этой что. Приятного хода, Кирилл. Блин, я думал, сейчас уже там дурачка все дела. Ну, короче, ты можешь смело на меня нападать уже, я готов. Я готов терпать. Но у меня очень сильный ход из-за этого заруинился. Я и там босоножки Пандорку не взял. Ты можешь это сейчас за меня сделать. Чё в Пандорке? 25 демонов. Такое. Ладно, Кирилл, давай начнем этот финалу. И я все, ГГ. Сейчас мне тут надо это один ход сделать.
1700. Я просто уже, ну, мне тут уже нечего делать. У меня есть, типа, снизу топы, но я просто понимаю, что это, во-первых, я там еще циклопов насливаю, все насливаю, денег скупать ничего нету, короче, такое. Мне до тебя одного мула не хватало, если что, я время не тяну. Мне просто очень интересно посмотреть, как этот... силы воздуха будут справляться. У меня просто самой? Есть силы воздуха. Да. Ну, ты же видел, какой итем я подобрал. То есть, ты не видел. Не видел. Красный шар, что ли? За вивернами же. Ну, почти красный шар. Там плащ лежал за виверной. Я при тебе его взял, думал, ты видел. Ну, я не видел, кстати, что там за вивернами были. Было. Ну... Так у меня справа там вообще не разведан от замка. Ну, он прям над ним, прям вот над замком стоял. Да, там, подожди, а что там было? Какой плащик? Плащ отречения. Раз. Он не дает колдовать 4-5 левел? 3-4-5. Только дает колдовать 1-2, понял. Красный шар для бедных, но этого достаточно. Так, и третий тоже нельзя, да? Ну, сук, жаль, сук. По-прежнему могу успокоить нежить. Блин, а жаль, я бы сейчас расколдовался. Надо будет подхаваться еще после этой партии, наверное. Так а что, во что играть будем? Какие игры компьютерные, знаешь? Нет, Ивка, точно. Давай в Killing Floor 2. Только тогда тебе надо на скачку ставить уже. Что ну, скажешь, Кекс? Давай попробуем. Там есть Плюхан с его другом, они могут захостить, там у нас все хорошо будет. О, кстати, Left 4 Dead еще говорят, это достаточно интересная движуха. Не, Left 4 Dead без вариантов калирую, как бы. Left 4 Dead даже, по-моему, не вопрос. Блин, тогда, короче, я сейчас, когда пауза будет после игры, я попробую узнать, что по Left 4 Dead, может, поиграем. Да, Left 4 Dead хорошая идея, хорошая. Там вон Факер где-то рядом, он тоже будет Left 4 Dead, я уверен. Факич. Факстер, ты же будешь в Left 4 Dead? Короче, парни, уважаемая банда, кто смотрит стрим? Собачкин, Факер, Инмейт, я не знаю, кто еще здесь, ребят, кто будет играть в Left 4 Dead, заходите срочно в конференцию. Потому что эта игра скоро закончится. Я вас уверяю. Если Кеш Кекс от меня бегать не будет... Черт. Я забыл, что в Хоте охрана остается на люль. В смысле охрана остается? Големов? У тебя нычку големов отжает. Подожди, в смысле там охрана? Какая охрана? Там охрана ребята, которых я не скупил или что? Да, начальная охрана остается там. А, вот оно что. Ну это так будет с каждым. Давай мейном туда лезь, они отхуярят и его. Я мейном не хочу. Блин, а все равно на самом деле нормальная партия была. Я там из такого говна вылезал, просто дичайшего. У меня, понимаешь, у меня... ладно бы хоть замедло было. У меня из 4 замков, как я тебе сказал уже, не было замедления нигде. Плюс все шрайны, которые я почти все оббегал. Ну вот ладно, вот эти вот не оббегал, окей. Ну и этот не оббегал, ну ладно.
Так, ну вот эти я точно оббегал. Стоп, я даже в эти не заходил. Ну ладно, может я мудак просто. Но тем не менее, не было замедла. У меня и земли ни у кого не было. Вот эта вот ситуация, когда ты играешь за Сальмира и думаешь, ну да, придет какой-нибудь мейн, по итогу у тебя земля никому не дается, замедление ты тоже не особо не думаешь. Короче, очень тяжко. Реально очень тяжко. За башню сложно играть. Сложно играть, наверное, за любую расу, когда ты берешь себе первого героя, и он не мейн. Лучше, наверное, я буду, пожалуй, впредь такого избегать, потому что очень сложно потом прокачать, как-то все под темпу сделать. Ну, за замок ты же мяч хочешь играть. Ну, у замка же мейн-то этот. Да, замка нету. Валесочка, да. Так, что у нас здесь? 20, ну да, 25 демонов. Это такое себе. Так. Все, боевой расклад, значит. Готов, вперед, где Кирилл живет. Кирилл в замке почему-то. Кекса, зачем тебе замок? Буду рофлить. Бам. Грамотно. Радость. Ну, блядь. Так, и этих тоже сюда. Ты что? Кирилл. Да рофлишь, Сандрюх. Бам. А, повезло. Свиток с заклинанием. Ты хотел меня поймать на жажду крови? Черт, ты раскусил. 11 гоблинов видел? Стандартно. Все, бы секундно промедление, они бы, ух. Да. Радуга, кстати, я бы тоже радугу поиграл, но я знаю, что там что-то... Да, я что-то... Не, я говорю, только радугу в пятером. Радугу можно в пятером. В пятером согласен. Ну, у меня, не знаю, вроде установлено. В пятером компетитив радугу я не против. Так, ладно, Кекс, я, короче, наверное, ничего скупать не буду. Или что тут, может, можно построить ГМ? Хотя откуда же у меня бабки на такие дела? Ладно, ГМ построю. Вдруг там заклинание второго уровня сейчас, которое все изменит резко. Что там на него нужно? На второй ГМ. Ух ты! Всего доброго. Пропустить ход. Давай, Кекс, я готов. Давай, я здесь! Так ты в замке сидишь. Я ж не могу на замок нападать. Почему не можешь? А там форт что ли стоит? А, ты замок отстроил? Давай я выйду из... Ну ты просто подойди, я выйду из замка. Не проблема. Подойди, крикни. Андрей, выходи. Я выйду. Вынесу попить, если интересно. Давай, Кекс, ну прибеги, героем, отпизди меня, давай. Так, где твой чар? Так, а где он? Так он далеко был, ты давай там. Вот сейчас следующий ход, выходи, это, Андрюх, мяч сбрось. Вроде добегаю, но не факт. Блин, не туда ты побежал. А где он? А, короче, вот видишь, где три зефирки и улик стоит? Нет, сори. И там дорога такая. А, три зефирки, блин, улик. Вверх дорога или куда? Слева от замка. Нет, вот прям под третьим уликом, под зефиркой, прям вот вниз встань, я подлечу, короче, там. А, понял. Прям внизу, если прижмешься, но я не факт, что мне хватит хода, если честно. Да, вот здесь, найс. Nice. Но, по-моему, я не добегаю. Я сам прилечу тебя, не проблема. О, базовая земелька. Лол, одного хода не хватает. Ну чё мне? У меня, типа, плащ есть. Чё, с плащом будем драться? Ну, Кекс, я думаю, у тебя такая армия, то, что ты можешь позволить себе даже снять его, чтобы попробовать, там, чё, по этим, по воздушечкам моим будет. Я отдаю тебе победу в любом случае. Это мое поражение, я признаю его. Ладно, снимаю плащ. Одеваю вот это тогда. А вот это. У меня тут пришла земля, блин, на 21 левеле. Лул. Так, все, вот он я. Еба! Нормальная армия. Так, и финалка, поехали. Так, нету магии, надо прятаться. Пропусти ход. Хорошо. Спасибо.
Трус. А, у тебя там надо было сбежать? Ну там итмус. Так, ну все, Кирилл, будет битва, будет драка. Так, а что, мне лучше скорость Давай. Взять или нет? Да какая скорость? Что за скорость вообще? Что она дает, лул? Давай, Андрюх, я снял с итмы. 34 атаки. Кэше снял. 34 атаки. Ускорение. Так, ну в целом... Подожди, так у меня и циклопы, по-моему, сдохнут. Бум. А, нет, с реки живучие твари. Так, все, пошла. Призыв какашек, поехали. Значит, теперь прячемся как-нибудь. Куда спрятаться бы здесь? Ёб твою мать. Так. Все, как ули сейчас в атаку пойдут. Че там, ангелы убиваем? Убиваем, естественно, блядь. Так, а тут что? Тоже убиваем, нормально. Хорошо. Под прямую не встаем. Кого съесть тебе? Вопрос. Блин, они же сейчас от султанов и фритов так по щам получат сочно. Сосочно. Ладно, ангела. Нас. Беги. Беги, одноглазый. Блин, я порофлить хотел, а у меня воздуха-то нету, лол. У меня эксперт воздуха, но я не могу воздушек призывать. Я, вероятно, их бы больше, чем ты призывал гораздо. Почему? У тебя 16 СП, у меня... А, мне 400. Ну, у меня шар еще есть, типа, плюс 50%. Закрой глаза, если ты не видишь, значит тебя не видят. Да. Не, воздушки душат, серьезно. Так, а что ты там за волшебство использовал? Нет! Пропустить, ждут, правильно. Еще воздушек. И бегать от всех. Я печаль кастовал. У тебя один циклоп печальный бегает. Я понял. Грустный, сука. Что так? Ну, блин, воздушки... Что так больно? Воздушки сумасшедшие, на самом деле. Так много сносить. Ну, 2-8, да, они под блессом там еще такое могут делать. Так. Так. Силы воздуха. Подожди, а так будет продолжаться игра? Так вот смотри, продолжается игра, хотя у воздушки... Игра продолжится, но герой, типа, если ты победишь за Месси, твой и мой герой умрут. Ой, я нашел контру, по-моему. Диспел? А, блин, есть диспел в этой игре? Нет. Защита от воды. Лакиро. ГГ. ГГ. Ну, кстати, итемы у тебя вообще шикарные. Где, только я... Где ты их собрал? А, только... Ай, шлемак. Я только всю эту самую армию потратил, чтобы их собрать. Так, да. Но у меня, в принципе, армии-то и не было. Да короче, не знаю, Кекс, у меня там такой... Ну, ты можешь посмотреть, конечно, что у меня было. Там вообще пиздос. Да. Я могу себе представить. Сколько у тебя рейтинга теперь? Кто из нас выше стал в итоге? Или одинаково, по идее, должно быть? У нас у обоих по одному рейтингу еще должно быть. Да, у нас одинаковые. Ну, в прошлый раз я плюс 20 получил, сейчас минус 20. Разве? Да. А мне пишут, я плюс 21 получил. А, ну да, потому что ты же выше меня по рейтингу был. А, то есть получается, ну, слушай, у тебя на один больше рейтинга уже. В целом, получается, мы с тобой наобузили ПТСов немного. То есть да. Никто ничего... Ну, то есть да, никто, да, минус да. Угу. Так можно в топоч врываться, между прочим. Дорогие друзья, пока ты 3 минут на рекламной паузе, будем начинать играть в Left 4 Dead, наверное. Короче, смотри, Собачкин будет в Left 4 Dead. Флешка будет тоже. Ну, нужны еще люди. Зрилов тоже можно будет, наверное, набрать парочку. Не руинищих зрилов, естественно. Так, Нексиус. Пишу ему он оффлейн. А кто с нами еще играл? Настя, ты в Left 4 Dead играешь?
Время учиться. Так, пьяный хиромайт уже в игре. Отлично. Козыбин, по-моему, тоже поигрывал. Надо ему спросить. Вот. Факер будет. Нас уже 6, если что. Алло, Андрей. Алло, здорово. Здорово. А вы слотали остались? Да-да, по идее. Да, по идее, да. Так, ладно, я вернусь, надо поесть немного, а то герои очень много сил забрали, нужно восполнить калории БРБ. Да, я бы тоже поел, на самом деле. Так, ребят, я тоже включу тогда музыку, отойду пока ненадолго. Сообщайте о необычном поведении. Забаррикадируйтесь в домах. Избегайте любых контактов с зараженными. Ждите официальных инструкций. Дождетесь. Убить всех этих тварей. Вот мои официальные инструкции. Это был приличный район! Дерьмо! Это еще что? Осторожно! Да, мы вляпались же мы с вами. Так, назад! И какой кретин разместил пункт эвакуации через 30 пролетов? Давай, тренер. Может, вертолет? Может, он сделан из шоколада? Эй, а где все? Ау! Ничего этого нет. Есть тут кто? Ничего нет. Ничего нет. Мне казалось, они должны были спасать нас. Похоже, у кого-то изменились планы. Хватит нас бомбить! Господи, Дурси, это же спасло! Отвали! Вот дерьмо. Ну что, убьем всех тварей, да? Да! Я не затем шел сюда, чтобы сдохнуть.